Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Кирово-Чепецке камера зафиксировала, как Калина едва не утонула в большой луже. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Офигеть просто! Это наши чепецкие дороги. В Кирово-Чепецке на улице братьев Васнецовых водитель Калины хотел преодолеть большую лужу и провалился в подводную яму. И уже не первый раз сюда заезжаю. Здесь постоянно такое. Администрации дела нет. Машину тонут. На место аварии приехали сотрудники ДПС. Все это время водитель и пассажир были в салоне. Двери почти скрыло под водой. По словам местных жителей, администрация Чепецка все собирается отремонтировать эту горе-дорогу. Но ничего не меняется. В Кирове на перекрестке улиц Свободы и Володарского водитель фургона едва не спровоцировал ДТП. На улице Комсомольской водитель десятки остановился пропустить пешехода, а нарушитель на Дастере не успел. На улице еще раз гонщик на Гранте проскочил перекресток на красный. Попер на красный. Нельзя, конечно. Он попался на регистратор. Надо вот ее выложить. На улице Московской таксист на Весте не испугался встречных автомобилей и через двойную сплошную объехал пробку. Если у детей в школе пострадали 4 человека в Минздраве, в Башкирии. В Вересниках камера зафиксировала, как большой сучок старого дерева упал на крышу жилого дома. В Нововятском районе на улице Советской так называемый обочечник на Ауди очень торопился домой и объехал пробку. Михаил Вагин, место происшествия.